дорогие друзья, это Ярослав Матвей. Уже подходит к концу сезон праздников, и я решил, что пришло время для сбора всех его наград, включая два новеньких стиля. Поэтому вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчики, чтобы не пропускать еще много вот таких вот интересных видео на моем канале. Но я уже не буду тянуть, и давайте начинать. Я соберу все награды, и здесь и три новых стиля, ну да, два сезонных, один он как бы старый, ну не особо старый, он с ноября, но вот он у меня на 40-м этапе вместо 100 слитков, и также мы откроем с вами еще аж целых три сезона хранилища, ну и в конце сыграем с новенькими двумя стилями сезонными, а чеда мы играть в этом видео не будем. Вот. Самый низ листаем с вами. Так, что ж, тут у нас клещи и метеоры. Забираю их сразу же. 7000 сойдет. Далее я заберу три ключика. Слиток, очень смешно, аж целый слиток. Ваучер на плюс 5 ходов сразу. Так, ну и давайте же скорее стиль. Саночник Баттлс, вау. Он где-то за 100 слитков будет доступен уже в мае или июне для покупки. Желтые клещи метеоры, 150 тысяч, там это много. 5 слитков. Забираем. Так, здесь у нас что? Магия, не-не-не, это мы не забираем сейчас. Ну, хотя тут времени осталось мало, но я использую, ну, возможно, завтра, возможно, там еще немножко, чуть-чуть позже. Усилитель я тут немножко брал в турнире, когда играл. Кстати, стиль для Мигеля я выиграл, но, как обычно, мне его не выдали, и выдадут лишь спустя 72 часа, спустя, ну, как бы, вот, от турнира, это значит в четверг. Так, здесь нет, это забираем, и ключи сразу же. Здесь вип-статус я пока не забираю. Так, тут 18 ключей, кстати, вон. Так, этот взрыв мы заберем, это мы забираем, и ключи. Все в копилку, все в копилку. Так, вот тут сундук, нет, опять не забираем, ладно. 5 слитков и 7 тысяч синих. Здесь, так, усилитель я тут опять брал, 10 слитков и 10 ключей, и вот это усиление, двойное цветение. Так, здесь, тут опять не забираем ваучер, один забираем, клещи метеоры, так, забираю, ключи, еще ключи и тройной взрыв сразу, все это в копилочку. Так, тут, вот этот мы забираем сундук, ну, хотя, как бы, тут средненькие награды. Ну, ладно, у меня этих усилений обычно-то мало. Так, спрей от слизни, у меня его, кстати, ноль. Ну, уже один. Слитки. Далее, далее, далее. Так, клещи метеоры желтенькие. И 5 слиточков. Так, теперь еще желтенькие, еще двойное цветение, 10 слитков. Ну, слитков так неплохо так в сезоне. Ну, вместо 100 у меня этот стиль, но ну, все равно. Так, все эти усиления разом и 188 тысяч желтеньких. Теперь вот эти метеоры. Далее, два усиления. Ну и теперь, естественно, ребятки, самое главное, это стиль эксклюзивненький. Забираем его. Вау! Неловкий Бо эксклюзив. Кстати, в этом сезоне мало кто этот абонемент сезонный купит. Ну, блин, ну Бо как-то вообще не используется. А Баггерс-то тем более, но ведь из Галлия. Ну, как бы, а ради этого вот для Бо стиля, ну, мало кто это купит. Но я купил в копилку этот, как бы, стиль, ну, в коллекцию, вернее, да. Ну, мало кто купит. А вот в следующем, кстати, больше людей купит. Там актуальный жук. Ну, я не знаю, это или для этого жука эксклюзив, или не для этого. Ключи. Ваучер я не забираю из-за того, что у меня два жука на 49 уровне, а те еще не доросли. Я его попозже возьму. Ну, как его выращу уже. Клещи, метеоры. Ну, и теперь вот так, тут в сундуке нет. Вот, забираем. Ну, еще и шапоголик чет, но я сыграю уже с ним в новом году, а геймплей будет еще в этом. Так, ну записывается тут, все записывается, все окей. Ну и три хранилища, ребятки. Что же в хранилищах, вот вы думаете? Вот сейчас мы с вами узнаем. В этом такие награды. 25 слитков, в принципе, ну вот этот сезон, мне кажется, он самый правильный в соотношении задания и награды.
до этого они все были очень как бы сложные задания, ну и награды, конечно, очень, ну, такие не особо хорошие, но неплохие. А прошлый сезон, ну, блин, уж очень, конечно, легкие задания, ну и награды очень слабые. А тут и задания средние, ну и награды такие средние. Ну, четвертое хранилище, я не знаю, открою или нет. Так, и тут еще 25 слитков. Ну, то есть, с трех хранилищ 73 слитка мы с вами забрали. Окей. Что мы делаем с вами сейчас? Сейчас мы с вами за два ваучера быстренько тут растим Мигеля до максимума. Ой. И Галию сразу же. А потом, смотрите, я выращу... Ну, давайте мы вырастим Вуди на левел. И теперь мы идем с вами за ваучером и выращиваем Вуди до максимума. Так, где ваучер? Вот. Ваучер, ну и будем сразу на максимум с вами вкачаем тут. Так, где Вуди? Вот. Все. Вуди наконец-таки на максимуме. Ну и теперь мы с вами играем еще один раз в трофейный шар луга. Собственно говоря, с двумя новенькими стилями. Так, ну, вот я, как обычно, выбил синенький. Так, что ж, мы, короче, ставим Бо. Где он, блин? Ну и плохая анимация, окей. И Баглз. Анимация... Это такая себе, знаете ли, интересная. Так, ладно. Ну, смотрим... А, не, еще не смотрим, сейчас. Сейчас тут упадет, во. Так, ну, хочу сказать, что Бо прикольно. По анимациям именно атаки. А вот у Баглза я не знаю, что. Уже я увидел анимацию по победе и вздрогнул. Блин, так слабенько. Я думал, Баглз будет какой-то интересный. У Баглза пипец как слабо. И да, вот тут он 100 слитков реально стоит. Я думал, он будет лучше. Ну, то есть, смотрится, мне кажется, они, ну, одинаково, скажем так. Но я ожидал, что Баглз, ну, какой-то будет более суперский такой. Ну, Баглз слишком уже. Вообще, это просто, это стиль, я не знаю. Уже вот этот лыжник Баглз с 20-го года лучше, чем вот этот вот. А для Бо, конечно, стиль хороший. Ничего не скажешь, ну просто эксклюзивненький. Крутейший такой стиль. Так. Ну, в принципе, он не всем нужен. Вот как я, как коллекционер. Мне он, конечно, неплохо, но не все его оценят. А Баглз, это вообще молчу уже. Это просто, это я еле оценяю как-то. Оцениваю, в смысле. Так, ну я думаю, мы этого луга с вами завалим. Ну и на этом мы закончим с вами видео. Так, я надеюсь, мы же его завалим, да? Ну, я думаю, да. Давайте красным. Ну, уже все, все. Я думаю, он уже... Все, он готов. Ну, короче, вот вы увидели эти геймплей... Ну, да, вы увидели эти геймплей. Ну, вот это у Баглза анимация победы, это нечто, это просто. Я смотрю, просто смеяться хочется с этого. У Бо нормально, у Баглза еще какая-то веселуха. Это, не знаю... Не знаю, ну, в общем, ладно. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и собрал все награды в сезоне праздников, ну почти все, и поиграл с двумя новенькими сезонными стилями. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также добавляться в мою группу на Фейсбуке и в Телеграме. Ссылочки оставлю в закрепленном комментарии под видео. Ну а с вами был Рязанов Матвей, до новых встреч и пока-пока!